Не обязательно. Он заказал салат в кафе Джулиус. Может, он его там ест. Ладно, я проверю, перезвоню. Подождите, Эми Барретт? Стойте, постойте, мне надо с вами поговорить. Кто вы? Я детектив Беккет. Отстаньте от меня. Нет, постойте. Мы искали вас? Да, адвокат Майка предупредил, что вы объявитесь. Он велел не говорить с вами. Вы воспользовались его кредиткой? Майк разрешил мне. Человек, которого вы знаете как Майкла Будро, на самом деле Джерри Тайсон. Он серийный убийца, и вы станете его следующей жертвой. Отвали! Это моя визитка, Эми, позвоните мне. Пошла к черту!